15-летняя школьница из Железногорска забеременела второй раз. Первого ребенка она родила в 13 лет. Отца второго малыша ищут следователи. О том, что школьница ждет второго ребенка, она написала в Инстаграм, рассказав, что узнала об этом после осмотра врачей. По предварительным данным, девушка встречалась с 17-летним жителем Самарской области, от которого и могла забеременеть. Сейчас молодого ухажера ищут следователи, а также ведется проверка по статье «Половое сношение, совершенное с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Саму девушку пока не опрашивали, потому что она в отъезде. Напомню об истории беременной 13-летней школьницы. В прошлом году узнала вся страна. На программе одного из федеральных каналов девушка заявила, что отец ребенка – ее 10-летний друг, с которым они состоят в отношениях. После школьницы призналась, что была изнасилована старшеклассником. А на 15-летнего парня возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование».